Давай. Здравствуйте. Это краткий курс изучения кардана, то есть двойной педали. Если вы интересуетесь тяжелой музыкой и хотите профессионально владеть именно карданом, то есть двумя бочками, то... Ага. То вам нужно научиться играть именно на этом экскаваторе, который находится в кубе. Если вы посмотрите на вот эти педальки две, то увидите, как можно заниматься на них. То есть правая бочка и левая бочка. Можно играть четверками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И восемь. Потом 16. Потом 32. Потом 64. Вот так. Так что... А как брейкдаун? Брейкдаун, как это делать? Брейкдаун очень даже прикольно делать. В зависимости от вашего стиля. Металкор и дескор. Вы можете делать так. Раз, два, три, четыре. Дага-дага-дага-дага-дан. Дага-дан-дага-дан. Дага-дага-дага-дага-дан. Дан-дан-дан. Дар-дан-дар-дан. Дар-дан-дар-дан-дар-дан. Дан-дан-дан. И потом бласт-бит. Та-т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 а
Вот так. Приезжайте сюда и занимайтесь. Очень хороший инструмент. Спасибо. Спасибо. Я поехал. Ну давай, чувак.